Любимый цвет? Синий. На какую планету бы полетел, если бы была возможность? На Марс. С кем бы спел дуэтом, с Машей Распутиной или певицей Натали? Ни с кем из них. Представь себе героем Алисы в «Стране чудес». Чеширский кот. Какую бы песню спел Алисе? Shake it up, baby. Какую песню пел в душе? Ивана Дорна, что-то из него. Одним словом для тебя музыка? Любовь. Lionbridge, красноярская рок-группа. В 2007 году победители фестиваля «Живой звук». В 2010 году участники международного фестиваля «Гринфест». В 2013 выступили с легендарной группой «Мумий-тролль» на одной сцене. В дискографию группы входят два альбома «Монохром» и «Хаотика». Музыка группы составляет саундтрек к театральным постановкам молодых драматургов Красноярска, таких как «Стоп» и «Кровать», с участием актеров театра юного зрителя. Lionbridge — герои различных художественных перформансов и акций. Если пишешь текст, это необходимо просто уйти, просто закрыться в комнате, сидеть и быть вообще одному, потому что все внешние раздражители, они раздражают. Потому что это может быть все, что угодно. Это может быть люди, может быть звуки, может быть фильмы, которые ты хочешь посмотреть, вместо того, чтобы сочинять что-то. Не то чтобы даже страшно, скорее волнительно. Не ожидали мы особенно, конечно, как-то так сложилась жизнь наша, что мы попали на эти фестивали. Очень-очень интересный уровень, интересный опыт. И каждый большой фестиваль для нас — это большое событие, и что-то новое открываем для себя. Ну, ты перед выходом на сцену, у тебя есть какая-то... Ну, отлично, у тебя как у солиста, да? Угу. Я понимаю, что с ребятами собираетесь, все это аккумулируется энергия. Ну, там, ну, уходишь в какой-нибудь укромный уголок, или там, допустим, не ешь там в день. Если получается, медитирую. Хаотика – это то, что происходит внутри меня, то, что я вижу внутри людей, на которых я смотрю, то, что происходит, в принципе, в стране, в мире. Мы собрали полностью абсолютно разные противоположные куски настроений, которые, может быть, где-то даже в диссонанс друг с другом входят, но при этом, на самом деле, есть веселые какие-то светлые моменты, есть какие-то очень грустные моменты, есть абсолютно дурацкие сумасшедшие моменты песни. Так что, в принципе, любое настроение может быть. Спасибо!